Вы хотите украсить свою жизнь цветами? Ведь сегодня, выбирая специальное предложение дня Тунику Жульет, вы уже получаете в 2 в 1 универсальное решение на каждый день, а также невероятный букет цветов. Ну правда, Лер, сегодня наше кружево, это ощущение создает колье, ощущение вышивки ручной работы, и сразу туника становится неподражаемой. Сразу из повседневного варианта, из самой комфортной одежды, туника превращается в праздничный наряд, поэтому сегодня все мы, не удержавшись, ее на себя примерили. И если я выбрала коралловый цвет, то Арина выбрала для себя яркий синий цвет василек. Конечно, невозможно устоять, ведь все мы, женщины, привыкли, что либо комфорт, либо красота. А сегодня мы не жертвуем ни тем, ни другим. Никаких компромиссов, мы получаем все и сразу, еще и по самой выгодной цене. 1999 рублей за ваш готовый образ. Ведь в тунике уже есть яркий акцент, уже есть украшение в виде кружева. Но для меня, Лера, это просто имитация колье. То есть сюда уже никаких украшений добавлять не нужно. Просто надела и чувствуешь себя женщиной на все 100. Абсолютно с тобой согласна. Но у нас есть еще для вас 2 цвета на выбор. Посмотрите, это цвет мята. Вот он какой у нас красивый. И насколько здесь все-таки контрастно, тоже ярко выглядит вот это потрясающее кружевное колье. И оливковый цвет, благородный, насыщенный оттенок зелени. Посмотрите, какой он глубокий. Кстати, вы уже обратили внимание на любимую всеми этикетку, ведь это бренд Благо, который представляет нам сегодня тунику. И сегодня мы можем заказать ее по самой выгодной цене, 1999 рублей. Размерная линейка у нас от 50 до 64. С цветами мы уже определились, поэтому, Лер, давай поможем сейчас дистанционно правильно выбрать размер. Давай, это очень просто сделать. Когда мы говорим о бренде Благо, мы подразумеваем российское производство, а значит российскую размерную сетку. Поэтому тунику с смело заказываем размер в размер. Вот так удобно сейчас, не выходя из дома, найти свой безупречный образ, готовый образ. Ведь это и туника, и украшения по одной цене. Но что мне еще нравится, Лер, что контрастные сами оттенки. Вот смотри, мне создается ощущение, что либо 2 цвета использованы, либо 2 разных материала. 2 материала здесь у нас, конечно, с вами 2 разных материала, за исключением кружева, о котором мы уже поговорили. Здесь у нас с вами еще используется декоративный креп-шифон, и это материал, который украшает наш рукав, за счет чего туника становится легкой и воздушной. Посмотрите, все-таки креп-шифон — это материал, конечно же, не столько повседневный, сколько праздничный, и всегда создает нарядный образ. Но из креп-шифона у нас здесь, обратите внимание, еще и рельефы, причем они сделаны вот такими клиньями. То есть что мы с вами получаем? Возможность скорректировать фигуру, поскольку основное полотно уходит чуть меньше. Вот сейчас на нашей модели это особенно хорошо заметно. И подбирает нам с вами животик и бока, а вот эти вставки из креп-шифона добавляют образу легкости. И пока все остальные сидят на диетах, вы теряете визуально 1-2 размера, просто выбирая тунику Жульен, ведь она правильно скроена, она создана для нас, для женщин, и помогает спрятать секреты, особенности фигуры. И тем самым, Лер, сделать акцент на важном зонах, подчеркнуть наше достоинство. Мне очень нравится сегодня и сочетание тканей, и, конечно, кружево. Давайте украсим свою жизнь цветами, тем более кружево — это вот прям правда эффект ручной работы. Невозможно устоять, Лер, и не обратить внимания на нашу цветочную вышивку. Да уж, вышивка здесь действительно невероятная. Не зря наша телезрительница, посмотрев на нее во время интервью, сказала, что это ручная работа. Действительно, абсолютное ощущение ручной работы, абсолютное ощущение того, что это вариант, который выполнен буквально мастерицами специально для нас с вами. Ну и почему бы нам не позволить себе такую роскошь действительно сегодня, когда цена это позволяет и когда мы с вами уверены в качестве.
Да, посмотрите, красота, качество. А качество мы даже сейчас видим, Лер. Вот, казалось бы, деликатные ткани, а так аккуратно низ обработал, но совсем не тяжелый. Я вот не вижу никакого подгиба, я не вижу никакого подворота, ткань будто струится. Да, ты совершенно права, Ариш, современные машины и оборудование позволяют нам получить тончайшую обработку. Все-таки крепший фон – это материал деликатный, и с ним нужно обходиться соответственно. Но что я вам хочу сказать, это тот самый редкий случай, когда одна туника позволит нам создать массу образов. Мы сегодня выбираем для себя брюки. Но эту тунику можно носить, конечно, с леггинсами, если вы привыкли, с джинсами, разумеется. Кстати, если вы носите темно-синие джинсы клеш, это будет самый модный образ сезона. Но и юбку-карандаш не нужно сбрасывать со счетов. А значит, мы уже получаем универсальное решение. Знаешь, Лер, я такие вещи называю палочка-выручалочка. Когда куда-то опаздываешь, не знаешь, что надеть, у тебя всегда должны быть в гардеробе вещи, которые без каких-либо препятствий создадут и настроение, и тот самый образ, о котором мы каждый из вас мечтаем, чтобы подойти к зеркалу и сказать: «Да, как же я сегодня хороша!» И хороша вы будете каждый день, ведь, Лера, настолько приятно к телу материала. И вот в студии у нас сначала было очень прохладно, теперь заработали софиты и стало жарко, но я чувствую себя очень комфортно. И я тоже. Но все потому, что, Ариш, здесь используется в основе вискозный трикотаж. Причем трикотаж у нас с вами на матовой основе. Почему я люблю это подчеркивать? Потому что матовые основы, Ариш, всегда поглощают цвет и автоматически нас стройнят. Ой, стройность, это же всегда приятно, особенно в период летнего времени, стать красивой, женственной, легкой. И все это по цене только сегодня, 1999 рублей. 4 цвета на выбор. Мята, салатовый, коралловый, василек. Выбирайте свой оттенок и не забывайте. Сейчас берем в руки телефон и звоним, заказываем, выбирая размер в размер. Размер в размер выбираем и уверены в качестве. Давайте еще раз посмотрим на зону горловины. Это бренд Благов. Обработка идеальная. Плотная здесь у нас двойная. Таким образом, когда обрабатывается горловина, мы уверены, что она не вытянется. А значит, ваша туника прослужит вам очень долго. Будет радовать вас своим потрясающим внешним видом. И, кстати, Ариш, это тот самый случай, когда и за уход нам не придется дорого платить. Потому что такую тунику можно стирать на деликатном режиме при температуре до 40 градусов. Вот как это здорово! А то иногда бывает, влюбились, вещь купили, пришло время стирки, а мы узнаем о том, что у нас сложный уход, химчистка и приходится переплачивать, но только не с туникой Жюльет. Тунику вы носите в удовольствие, легко за ней ухаживаете, а значит и долгое время за счет бренда и качества она будет оставаться первозданной. Это точно. И радовать не только вас, но и окружающих. И это тот самый случай, когда, отправляясь на мероприятие, в том числе летнее, вы можете чувствовать себя абсолютно комфортно и расслабленно, не заковывая себя в жесткие платья, а надевая легкую тунику. И не забудьте при заказе указать кодовое слово «Лето», чтобы провести лето на все 100 и выиграть 100 000 рублей от телеканала Shop & Show. Красивый образ, пора готовиться к отпуску.